Зажигательные танцы мышей, прощальный танец поросенка, встреча двух Дедов Морозов и Снегурочек. В КЗЦ «Миллениум» полным ходом идут репетиции главного новогоднего торжества. Оно по традиции пройдет на Советской площади в новогоднюю ночь. Шоу-программа будет длиться 5 часов, с 10 вечера до 3 часов ночи. Гости праздника смогут отведать ярмарочных угощений, покататься на коньках, а также вспомнить хиты 90-х вместе с Маргаритой Суханкиной и ее коллективом. Также ярославцев и гостей ждет ребус. Придется разгадать связь между годом основания Ярославля и наступающим. Ведущими праздника станут любимец ярославской публики, народный артист России Валерий Кириллов и его коллега по волковской сцене Татьяна Коровина. Праздник организован при поддержке Департамента культуры области. Я думаю, что настоящее новогоднее настроение мы обеспечим всем ярославцам, всем гостям нашего города. Мы сможем проводить старый год, встретить новый год и окунуться в новые хлопоты, в новые заботы и, конечно, в новые радости наступающего нового года.